этого романса достаточно популярный исполнитель в 90-х годах. Его зовут Вадим Казаченко. Так получилось, что достаточно долгое время, очень тесно, несколько лет я проработал именно с этим, с исполнителем Вадим Казаченко. И зачастую на сольных концертах очень часто Вадим Геннадьевич очень любил исполнять именно сольные романсы, свои романсы. Коих у него является несколько романсов, порядка 3-4. И сейчас в качестве примера я для вас исполню один из романсов Вадима Казаченко, который называется «Опять забываю».